организации «Амбрелла», их биооружие оказалось в руках террористов. И в мире началась новая эпоха биотерроризма, сместив равновесие сил в тех странах, которые были этим затронуты. Добро пожаловать в Африку. Меня зовут Шева Аламар. А вас все наслышаны, мистер Ратфилд? Делайте то, зачем приехали, и убирайтесь прочь. А что вам известно об Ураборосе? Слухи в основном. Что-то насчет программы судного дня. Найдите человека по имени Ирму. Только он что-то знает. Альфа ждет на месте сделки. Привет, друзья! На улице наконец-то хорошая погода. Мы продолжаем играть в Обитель Зла. С вами два Дима, как всегда. Всем привет! Всем да, привет! Шева и Крис, снайперка и дробовик. Что, вперед! Погоди, бронежилета на нас не надета, походу, потому что я его не вижу на себе. Он, по идее, должен быть надетый. Вот, смотри, на мне он надетый. Да вроде бы нет. Да вот на мне же такая штука, видишь, как бы это. Впереди это бронежилет на мне. Так он прям должен выглядеть как бронежилет. У Шева, я помню, он грудь вроде. Ну, хрен с ним, побежали. Так, в общем-то, 3 или 4 плиты таких нам надо подобрать. Ага, подожди, я вот справа вижу. Мертвый агент БСА. Жучка какого-то эти. Вижу. А, бери его. Записи какие-то. Что там пишут? На, там длинные. Просто якобы это агент БСА. Проще это я возьму. Что-то щиты, по-моему, можно разбивать. Ты там подобрал, да, драгоценность да, вроде да, или да. О, агент БСА, бедняга, на КПП отправлено сообщение. О, можно отправить сообщение. И почитать его. Короче, отправил. Так, ну чё? А как нам пройти туда внутрь? А нам туда внутрь не надо, нам надо на лодку. Да, навряд ли. Кстати, камеру вруби фигню эту. Карту. А. Ух, вот, видишь, у нас вот, тут по нескольким локациям нам придется ездить. Так, вот я давай. Вижу, что нам ехать аж вообще туда. Садись. В общем-то, давай ты будешь рулить. А, не, поменяться я не буду. Не-не-не-не-не. Нет, ни сюда. Это лови прямо. Сначала посмотрим на то место, куда нам эти планти. Сначала посмотри на место, ну подойдем к тому месту, а где нам эти пластины. Не надо. Не плывет. Вот на карте вот смотри вот. Ой, там рыба. Аккуратно. Там должно быть, ну, нажать, чтобы что-то вроде как. Подплывет вот прям где-то, да, вот. Угу. Сейчас посмотрим, в общем там. Вот сюда нам надо их вставлять. О, тут штук 5. Вот на локации. Какая-то. Да, вот. Три локации еще надо приехать, получается, видишь? Так, добавлено данные на карту. А, те, что крестиком нам туда, да? Угу. Че, поплыли? Давай, че, самое ближнее. Давай сначала ближнего там, видишь, внизу мы туннель проплыли. На него последнюю очередь подплывем. Сейчас давай напротив нас, который горизонтально прям напротив находится. Ну или на верхнюю, да. Тихо, блин. Ты чуть не вывалился. Возможно? Не знаю. Ты сильно не разгоняйся все равно. Американские горки. Где-то здесь. Вот так, наверное, да? Угу. Прям к при... Да. Чекпоинт. Надо, давай разбьем вот эту лавку. Тут как-то никого-то и нет. Ага, давай разбьем вот эту лавку полностью. Хлам просто. Зачем я картечь подобрал? Ну, вот, там наверху этот самый. Еще один изумруд я вижу. О. Да, это может не стрелять, смысла нет. Там уже ничего не будет. Так, ну идем дальше. Хотя стоит тут еще один кувшин.
Тут твои патроны. Документ какой-то. Патрошки. Тут нет. Что-то Крис показывает. А, ну это обучение, что ли? Ну там типа рапорты какие-то, да? Колено. Ну, именно обучение какое-то идет. А, ну да, типа, я заметил, там, кстати, вот эти красные вот эти штуки. О, красные штуки, они все обучение. Давай сюда зайдем. Где все? Будут. Все они будут. Тут твои патроны. О, блин, во всех вот этих вот попадаются рубины всякие. Козлах. Где люди? О, костер горит, значит. Ой, курица. Мочи ее. А! Побежал. Учись. Иди собери там, что с нее выпало. Ага, ничего там нету. Да, даже денег. Ну вот, смотри, впереди, видишь, нам надо. Сейчас я тебя догоню. Тут наверняка секретов полно. О, вот это место я помню. У нас первая локация такая большая. Давай сначала наверх не будешь меня подкидывать. Сейчас сначала тут все облутаем. Потом уже пойдем в следующую. Хоть как ничего, да? Ну, что-то с них ничего и не выпало. Ладно, давай подкинешь меня тогда. Давай. О, тут идол. И то, что нам надо, да? Нет, а это... Подожди, я это нам вообще не надо. Я тебя сейчас так, где, если там лестница, то не... А, вода. О, нашел. О, вот это нам надо. А вот это нам не надо. Откуда они взялись? Считай, я сейчас с СВД буду тебя... я тоже наверх хочу. Я тебя сейчас с СВД буду прикрывать. Они все заражены. Какие-то в племя мумбо-юмбо. Вот он все, да? Там иди его добей. Так, да прям эти самые индейцы. Ага, ну я говорю, блин, мы будем. Че, еще есть враги? Ну я не вижу. Хотя из оптики тут стою, смотрю, не вижу абсолютно. Ладно, я слазаю. А, есть, не слази. Да поздно. Тут с пистолета добью. Дробовик. Подвиньте. Насквозь. Ох. А их-то зачем заразили? Они же вроде какое-то племя обычно. Да, там не спрашивали, кого заражать, кого нет. О, это что еще такое за рыба? Хрень. Да? Его дробовик даже не берет. Ай, блин. Оно не умерло. Оно сдохло? Оно еще не сдохло. Давай. Нифига, он выйдет от стола. Секс. Еще живой. Блин, опять шотган. На. Так, давай теперь патроны. Я, по-моему, тоже что-то набрал. А, нет, я все нормально набрал. Вот там на тебя патроны еще. Патрошки, хорошо. Че, полетели к следующей локации, да? Угу. Я, ну, сразу думаю, все пилеты соберем, потом уже пойдем и вставим их все. И там, наверное, босс по-любому будет. Помню, так, если честно. Я помню, там будет красивая локация, а что дальше нет. Ой, я что ли рулю? Я не умею. Обменяемся. Давай. Вен, нажми. Ага, ну нажал. Еще раз нажми. А, тут, блин, я, оказывается, не нажал. Так, теперь чё? Ну, на то, да. Красный тут. Аккуратно. Я не понял, как к ней приплыть, да. Тихо. Где тут вход? Ну, поезди по ней, ну, в смысле... Да тут явно его не будет. Вот так вот, вдоль ее побег...
Поплыли. Что такое? Да пофиг, вон, туда нам надо. Да направо? Ну вон же вход. Гавань. Отлично, так. Че тут ничего? Ой, а тут крокодилы сейчас будут. Стой, не иди. Они смогут сожрать? Ну, естественно, смотри, вот сейчас прям беги за мной, даже не оглядывайся. Прям за мной. Ой, за мной. Одного вижу, один. Одного вижу. Привет, крокодил. Вот, впереди, прям перед нами. Тихо. Давай быстрее. Я наверху. Я слышу где-то рядом змеюку еще. Ой, кто тут орёт на меня? Они сверху откуда-то выпрыгнули вообще. Вообще наглые. Так, винтовочные патроны, автомат моё. Чё, патроны такие не надо. Это я... А, стоп, тут яйцо змеиное есть, да, я тебе что-нибудь дам. А, тебе тоже тут сожрать надо. Кого сожрать мне надо? Хилку, у тебя что там с хилками? Ну вот маленькую сожру. Тогда зачем мне смысл красную туда подбирать, не знаю, ну ладно, яйцо подберу. Гранату сейчас нам будет. Вот это. Ты где? Я тут. Себя лечить. Да, себя лечи. Все. Пойдем сюда. Слушай, дальше. А что такое, видишь, полоска зеленая и справа еще такая вот фиговинка. Это типа она туда дальше жизнь может идти, да? Возможно, это я. Или это может быть и есть бронежилет, типа защита. Вот мужик какой-то приехал. Не-не-не, бронежилет. Ну я не знаю, если честно. Это точно не бронежилет у нас было, потому что так я помню. У меня сундук какой-то сам. Ну. Еще одна пластина. Еще одна. Картечный штяк. Как хорошо иметь дробовик, намного пуль. Намного дроби. Угу. У меня бы еще электрические, знаешь, такие патроны, которые для спецназа специально делают. Вот это, блин. Сейчас обратно бежать. Опять крокодил? Ага. Ну, пошли. Окей, захотел идти первым, иди. Да, чё. А, мать твою. Мимо. Так, я другим путем тогда побегу. А их все двое тут. О, блин. А их убить, кстати, можно? Возможно, не знаю точно. Давайте, прикрывай. Точно, явно вот где-то среди. Ну, я понял, мы его задолбаемся стрелять, он такой большой. Среди этой воды, короче, где-то есть этот самый рубин какой-нибудь или алмаз, но не знаю, не собираюсь его сейчас искать. Полетели на последнюю. Стой. Это был. Ага, ща я его сниму. Стой на месте. Ой, хрен с ним, полетели. Да ну их. Прострелить хотел, ну ладно. Так, направо аккуратно. Вот сейчас, по-моему, нам надо будет ехать, и, в общем-то, тут эти будут стоять на вышках на воде. Нам и мне с лодки придется их сбивать. Ну окей, чё. Стреляй. Ну сейчас-то их нету, чё, когда я стрелять буду. Так, заезжай. Туда, правильно. Направо, да? Правильно, там есть проход. Вот он. Дальше. Она плохо поворачивает. И камера еще неудобная, нифига не видно. Да ё-моё. С другой стороны. Где-то примерно здесь. Чё-то так. Тоже крокодилы будут. Нет, тут, по-моему, нет. Пистолет пока возьму. Так. Давай, врываемся в это здание.
Ой, отлично. Ой, это вообще крабы какие-то. Краб попал. О, ожил. Эх. Бронированные крабы. Ах, сволочь. Еще щитом. Еще один. Жалко, их воду нельзя обратно скинуть. Давай. Что там еще? О, блядь. Так, справишься? Да, да, я тут сейчас всех повозвалю. Мне руки разорвало. На. Ты как? Ого, ты. Нормально. Держу пока что. Так что, он в рукопашку тут всех делает. Так, не спеши пока что брать эту самую, если найдешь ее. Пластину. Тут еще где-то идол, по-моему, должен быть. Ого, у меня пулемет на 80. Там магазин, прикинь. У тебя? Ага. Так, сейчас погоди, я тут еще пробегусь. Я нашел. О, картечь, ништяк. Сейчас погоди, я бегу к тебе. Штук с этим что? Окей. В принципе, я все, поэтому я беру. Все, валить придется сейчас. Теперь туда, да, в это главное здание. Ну и блин, у меня места какого-то нету. Подожди, я заблудился, как нам обратно. Сюда что-то ли. Ну, на по карте ориентируйся. А, вот идол, я его ищу, это, я думаю, должен же быть. Наверняка еще что-то есть. Вон там вазу вижу у тебя. Ну, тут картечь. Вон, видишь, я разбил. О, зеленая трава. Правда, у меня места, блин, нет. Подожди, подожди, у меня есть, я возьму. Угу. Может, пока в лодку. Наверняка тут еще что-то есть, по-любому прям чую. Так, добери себе траву. И, ладно, побежали. Сколько мы уже снимаем? На минут 15. Да. Тут еще минут 7 на этой локации. Ну, как раз эту локацию сейчас можно будет закончить. Да нет, маленькая серия получится. А, блин, опять. Так перешли. Не говорясь, такие просто. Не туда. Вообще-то сейчас, насколько помню, мы будем уезжать, и они будут баррикадировать нам проходы, и придется их мне с СВД выносить. И потом это хватит. Жалко, я бы сейчас пушку еще в одной руке рубил, в другой пушку так. Как ты себе это представляешь? О, у них луки. Арбалеты. Где они есть? А, вон они впереди. Стреляй. Минус один. Нема. Минус два. Стой, там еще. Ну ладно, если летит, то. Да. Они динамитом стреляют. Это просто огненные стрелы такие. Ага. Можешь прыжать, в принципе. Прыжай. Оу, вот это динамит. Сейчас я его снесу, только не дергайся. Стоп. Все, снес. Ну что, как эту штуку открыть? Она сама. Прыжай. Не, прикольно, знаешь, там было бы, чтобы один такой высаживается, там заходит. Ну да. Ой, прям на них. Живон. Супер спид. Все, езжай, пятый самый главный. Вау, ее заносит. Прикинь, такой сейчас этот бензин кончается. Прямо вот тут, в 2 метрах. Тормози, тормози. Че, давай, вставлять. Я одну. Ты одну. Я одну. Слушай, с таким успехом тут столько динамита было, мы могли просто эту дверь выбить. Угу.
есть, или деревянная какая-то стоит. Угу. Бегали по всей, да, этой? Мы там болото искали, какие-то штукенцы. Во, вот это вообще красивая локация, вот погляди, вот. Здесь крокодилов тут нету? Тут, по-моему, нету. Я помню, тут где-то вроде должна быть плюшка. Ну, в смысле, драгоценность. Я вообще заметил, тут очень секретов в воде именно, потому что ты ее не видишь. Еще такие штуки, в которые можно стрелять. Угу. Чуть на меня... Я думаю, крокодил плывет. Ух! Это где? Это лучше крокодила. Это где? Это где было? Вон, еще раз. А, во! Попал, да? Он засранец. Пойду накажу его. Вроде упал. Там. Хрен знает, куда он упал, так что. Ой, очередное племя. О, там этот самый револьвер лежит. Его даже отсюда лежит. Это... Стой! На тебе. А что за дырочки? Аккуратно, такие? Аккуратно. Это что такое за дырочки? Блин, я боюсь сейчас именно на них наступать, не попробую. О, нормально. Ага. Ага. Нормально. Тебя там заперли, что ли? Так, минус один. Ах вы сволочи. Будет подонки. Подонки. А, не вверху, я да не... Ну... А, вот, лестница нашла. А мы что, в разных сидим этих? Ну, тебя там заперли, я вот наверх поднялся. Я вот... А, ты хуже. Блин, у меня нету места под револьвера. Не, у меня есть. Ну, сейчас возьмешь его тогда. А как играть? А, все, спрыгнуть могу, да? Он, кстати, довольно мощный, так что возьми его. Да-да, я вместо пистолета. Пистолет, кстати, можешь потом, если что, выбросить. Ну вот я еще и хочу. Чёрт, пистолет, где он? Дропнул. Да, у меня еще там один валяется. Угу, а у меня целая куча. Крутяк, он, наверное, вообще мочит. Ну да, да, тут быстро, а то... Что, он сработает? Давай, слышу, еще упырей. Угу, так не видно их. Давай побегаем по зданиям. Ой, что тут? Базу нашел. О! Патроны, стена, бери, красный. Вот они. А тут такие синие есть. О! Ну-ка, магнум. Бум. Лежать. О, еще они тут. Доме. Ой, типа предводитель племени там все такое. Ой, ёпта, ему голову разбил, у него такая шняга вылезла. Ой, еще кто-то. Ого, это что такое здоровое залезло в окно. Ай, сволочи. Идите на помощь. О! На! На! Такой комбо получился. Патроны на пистолете заканчиваются, так что давай. Валеру на нем используй. Да, Валера, по-моему, кончился, там еще один. Когда ты успел уже использовать? Да вон, на этих доме, знаешь, только. Да? Так я не пойму, куда ему стрелять этому здоровому. Что-то он стреляет, стреляет. Что за фигня? Ну куда-то в голову, может, надо. Че, он жив еще? Да. Че за хрень? Он бегает по дому, я в него стреляю, у меня все так патроны кончатся. Давай! О, рубин. Тут заходи внутрь, патрон, травы полно, вообще дофига все. Я сверху, тут на втором этаже, тут всякие базы сейчас разобьем. Тут пистолет очень много. Бурюк, он у меня! Куда он ушел? Сверху. Или поехавший, сейчас я тебя... Последние 10 патрон для дробовика, прикинь, остались. Фига он запрыгнул. Может его убить нельзя? Не знаю. Блин, спрыгивай вниз. Лови, сволочь. О, можно обратно поставить. Ой, пожар. Ладно, а как он насчет? О, я его убил. Да ладно. Гранаты. С него тут это самый. Какая-то синий ой, глаз. Еще какой-то пришел. Ага. Не тонуться надо. Патрон для автомата. Сбрось эту лестницу. Ах, сволочь, он меня насадил. Он меня тоже проткнул. Ой, это живой. Ой, сзади. Я так понял.
закончилось. Еще есть. Оу. А тут еще один такой валяется. На втором этаже тоже такой валяется. Че, какие-то кодилы. Ну, вот здесь сюда подбери красную траву, там скомбинируешь, большую хилку получишь. У меня перезаряд. Так тебе бы что-нибудь сбросить? Ща, у меня... Вон, сейчас место освободится. Скомбинируй там, пока что. А я побегаю. Да, я потом поискать что-то, я как-то... Ой, тут еще одни сволочи эти. А, ну это легкий. Мало выстрелов падает. Угу. Так, шотган бери себе. Блин, почему патроны? А, вот, на магнум я где-то патрон нашел. А как на магнум патроны выглядят? Красные такие, не такие, как мои, а вот темно-красные. Так, тебе нужно туда на мост. Я тебе сейчас поверну рычаг, короче. Давай. Вон, беги туда, мост не тут. Где? Вон там, смотри, вон там. Здесь спуститься там надо будет. Такой магнум здоровый вообще. Я его прокачаю, он очень мочит сильнее, чем дробаш. Давай. Я могу, тебе упустить. Так, что у нас тут? Сейчас на меня какой-нибудь мумба-юмба большой выпадет. А, ты должен мне дверь открыть, точно. Подожди. Змея, блин. Это прям змеюка. Яйцо какое-то съем. Он змею съел. Яйцо съел. А, еще одна! Блин. Лена, Лена, ты где? Ты где собака? А, пошла. Если что, тут для тебя яйцо будет. Так, а как тебе дверь-то открыть? Ну там этот со щелку снять. Ага. Все, да? Заходи. Там на первом этаже яйцо пойди съешь, кстати. А у меня свое есть. Это я себе беру. Документы какие-то. Это моё. А, сейчас я тебе отдам. Это моё. Она-она. Дневник деревенского юноши. Ну, друзья, если вы хотите читать, то ставьте на паузу, читайте. Если вы хотите читать, те люди, которые смотрят у меня, то переходите на канал Димы. Да, да. О, да тут очень всего, видите, очень много. Я мотаю потихоньку, можете ставить на паузу и прочитать. Ну, видимо, говорится о том, как они вот проводили на них опыты. А вот мне интересно, какой хрен мы сюда пришли, если нам, по-моему, не сюда. Как-то сюда. Или сюда. Подожди, я вроде МК. А, ну по карте. Во, сюда, сюда, во, вот сюда, смотри. Сюда, погоди, ку, зажми, ку. Ку. Вот здесь. Ладно, второй этаж, погоди меня. Что-то я не понимаю. А, вот, точно. А, я тебе сейчас еще патрон скину, иди сюда. Бейду. У тебя для меня что-нибудь есть? Ничего нет. Так, стой. Патрон дам. На. Спасибо. Побежали. Подожди, вот здесь прыжок. Что, подожди, там еще. А, да. Она, по-моему, туда и надо. Погоди. А, это дополнительно какая-то пещера. Которая еду. Ну это маска какая-то. А, ну на какой-то фигне спускаться тут надо. Погоди. Вдвоем. Угу. Бегом! Бегом! О, даже не спускаться, а ехать куда-то. Ага. Как эта хрень называется-то? Канатная дорога.
3-1. Завершено. О, а почему? А, ну ты точнее. Ну, у тебя снайпер, потому что. Хотя на одного врага убить и больше. Да, на дробаш. Крис Редфилд добавлен в библиотеку файл. В общем, фигурка, видимо. Скорее всего, да. Я вчера, кстати, посмотрел фигурки там. А у меня ни одной пока что нету. У тебя Крис и Шева есть. Так, идолов продаю. Маску эту продаю. Шучка продаю. А как думаешь, шокер покупать, нет? Ну, как хочешь. Я, может быть, сейчас куплю. Не, я боюсь, что он в инвентаре будет отображаться, мне не надо, мне под пушку. Ну, рискни. Нет, я лучше магом обгрыжу. На тебе гранат. Нифига, сколько у тебя, ты говорил, дамаг у винтовки? Сейчас посмотрю. Самая первая строчка, цифра. 700. У магнума 1500. Ну да. 1700. 21 тысяча у меня, е. Сейчас 750. Сейчас 800. А, мне фигурки надо, кстати, да, сокровища продать. Я думаю, что у меня денег нет. Так, ты продал глаз, сиклубы. Рискну, я куплю этот шокер. Да, посмотри, отображается он в инвентаре. Я его купил, вроде нет. А не его. Организует. Ну да. Отображает, да? А, ну нет, тогда я брать не буду. Ну пускай пока что у меня постоит немного. Там уж посмотрим, если что выкину нафиг. Интер очень маленький. Да, да, да. А в шестой больше? А в шестой, ну да, но там по сути не надо таскать. Ну да, в общем-то больше. У меня дробаш на 12 патрон. Я пока обгрыжу себе что-нибудь, какой-нибудь пистолетик. Так, мощность. Ну, смысл тут только емкость увеличить, чтобы в инвентаре больше помещалось. Так, а как узнать, ну, сколько следующий апгрейд стоит? А, больше нельзя. 10 деньги протанжирил, просто, блин. Я просто все в апгрейды кидаю, в мощность, особенно магнума. Вот магнум только на басярах вообще. 200 пробиваемости, мощности. Ты прикинь. Ты бух. Ну что, может, закончим на этом эту серию? Да, давай на этом серию. Ну что, ребят, спасибо, что посмотрели. Оставляйте свои комментарии. С вами были Дима и Дима. Всем пока-пока. Пока-пока.